вчера говорили, что инструментом для соединения маски и тени служит принятие. И, кстати, мы сегодня будем еще один инструмент с вами разбирать для соединения маски и тени. Это выявление рационального зерна в каждом качестве. Не бывает же плохих качеств. Каждое качество для чего-то дано. Но у человека, вытесняющего тень, никакого рационального зерна в этом качестве нету. Зачем оно вообще нужно? Зачем его Бог придумал? Его нужно только в помойку, в мусорное ведро и в погреб. Да? Значит, но это мы с вами на практике. А вот соединение эго и тела, мы с вами вчера говорили тоже, да, что вот наша практика – это как раз-таки соединение эго и тела. Когда мы называем телесные ощущения, эмоции, чувства и мысли. Вот как раз-таки люди, у которых происходит расщепление, эго отделяется от тела, они не могут называть телесные ощущения, потому что тело – это не их, это не они, это к ним не относится. И у них в теле нету никаких ощущений. Вот эго так обманывает себя и создает такую границу, что действительно человек не ощущает тела.